Павильон Приморского края на ВДНХ в Москве посетил президент России Владимир Путин. Напомним, в ходе прямой линии 14 декабря главу государства приглашали посетить международную выставку-форум достижений российских регионов. 17 декабря Владимир Путин осмотрел стенды Тюменской области, Красноярского края, Омской и Архангельской областей, Санкт-Петербурга, Донецкой Народной Республики. Особое внимание президент уделил Приморскому краю. Здесь глава государства заглянул на тропу дальневосточного леопарда. Напомним, в 2012-м Владимир Путин постановил учредить национальный парк «Земля леопарда» в Приморье, чтобы защитить и восстановить популяцию самой редкой крупной кошки в мире. Ведь к началу 21 века в природе оставалось лишь 30 дальневосточных леопардов. Сейчас на охраняемых территориях обитают уже 125 взрослых особей. А за уходящий год на свет появилось 13 котят дальневосточного леопарда. Осмотрел президент и стенд, посвященный развитию спорта в Приморском крае. Можно поставить фигурку вот так. Например, это наша гордость, Иван Штырь, гребец-каноист, олимпийский чемпион. И можно еще взять наушник, прям его послушать, прям он своим голосом будет рассказывать о себе и о проекте, который будет реализован в Приморье, вот, модернизация грибной базы, то есть для развития спорта в Приморском крае.